Гульнара Карагулова, тетя Искандера Еримбетова, была осуждена за участие в митинге 1 мая. 55-летнюю женщину задержали 8 мая и принуждали подписать протокол, но она отказалась что-либо делать до приезда адвоката. В суде Гульнаре стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь. Тем не менее, суд приговорил ее к 10 суткам административного ареста. Сразу после решения суда женщина пообещала голодать, пока ее не освободят. В заявлении на имя прокурора она написала: «У меня есть конституционное право говорить свободу политзаключенным. Свободу Искандеру Еримбетову. Требую меня освободить в связи с незаконным арестом». За несколько дней Гульнара потеряла 8 килограммов. В камере ее состояние резко ухудшилось. Ее племянника Искандера Еримбетова в США и Евросоюзе официально признали политзаключенным. Теперь власти начали расправу над его родной тетей. Чтобы не допустить скандала, суд срочно рассмотрел апелляцию и снизил срок до 5 дней. 13 мая Гульнара вышла на свободу. Такие досрочные освобождения демонстрируют страх власти перед общественным осуждением и международным давлением. Среди участников майских митингов десятки человек были осуждены за право свободно высказывать свое мнение. Большинство из них до сих пор находятся за решеткой. Народ против избирательного правосудия. Требуем освободить всех заключенных и снять обвинения. Эти люди невиновны ни перед законом, ни перед обществом. Решения об их аресте сфабрикованы преступной властью. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.